Всем привет! Сегодня мы делаем очень необычный майонез. Он готовится без яиц. Основу составляет растительное масло и молоко. Полный список ингредиентов я даю в конце видео. А еще нам понадобится погружной блендер. Берем чашу блендера или любую другую узкую чашку и наливаем в нее растительное масло. У меня было обычное подсолнечное. Затем добавляем к маслу молоко. Ничего пока не перемешиваем. Вы посмотрите, как это красиво. Теперь туда же добавляем сахар и соль. И можно добавить немного горчицы. Это не обязательно, но горчица сделает соус вкуснее. Следом вливаем лимонный сок. Лимонный сок – это обязательный ингредиент. Если у вас его нет, можно заменить лимонной кислотой. Читайте инструкцию. Здесь тоже все очень красиво, и мне кажется, за этой реакцией можно наблюдать часами. Но мне и мужу очень нравится смотреть за тем, как масло соединяется с молоком. Теперь берем сам погружной блендер и начинаем взбивать на максимальной скорости. Взбивать нужно недолго, примерно 1 или 1,5 минутки. Вы увидите, когда соус загустеет. Соус получается красивого белого цвета, и он очень густой. Мне кажется, кто попробует его первый раз, даже не поймет, что это майонез без яиц. Он очень-очень вкусный и похож на настоящий майонез. Он настолько густой, что даже не спадает с ложки, ну точнее с пальца. Майонез невероятно вкусный, и, конечно, он отличается немного от классического майонеза на яйцах и больше напоминает крем. Мне кажется, он идеально подойдет для заправки каких-то салатов или бутербродов. Приятного аппетита! И, как вы просили, даю полный список ингредиентов в самом конце.